Друзья мои, всем привет! Приехал на авторынок «Зеленый угол». Сегодня 7 марта. Посмотрим, скажем так, на остатки авторынка. И посмотрим, конечно же, сколько стоят у нас с вами автомобили. Пока автомобили есть, но с каждым днем автомобилей становится все намного меньше. И ценник, я вам скажу, реально растет. Я вот сейчас зашел на авторынок, просто посмотрел на данный автомобиль. И я был, если честно, немножко в шоке. Это Honda Shuttle, автомобиль 2016 года выпуска. Иксовая комплектация, это хорошая комплектация. Аукцион 4 балла, он на литье. Вот такой вот какой-то аракал здесь, да, у него хорошие кожаные чехлы. Короче говоря, хорошая комплектация. Ребят, автомобиль стоит 1,5 миллиона рублей. Полтора. То есть раньше такой автомобиль можно было взять, ну, грубо говоря, там и за миллион, да? Миллион там 50. Пробег 92 тысячи, кузовщина, в принципе, и то. Идет замена крышки багажника, 1,5 миллиона рублей. Мы сейчас не будем зацикливаться на одной стоянке. У меня в данный момент проходит поиск автомобиля. Вот, поэтому поснимаем автомобили с разных стоянок авторынка «Зеленый угол». Это Honda N-Box, автомобиль 2014 года выпуска, 4WD, 617 тысяч. Простая комплектация, простая. Довольно популярный автомобиль. Бензин 0,7, 58 лошадиных сил, кнопка старта, мобилайзер, камера. Все как положено. Далее, смотрите, Toyota Rush 2009 год, объем двигателя 1,5 литра, здесь установлен автомат, не вариатор, аукцион 3,5 балла, 1 миллион 35 тысяч рублей. За полторашку объем двигателя 1 миллион. Многие сейчас спрашивают, что по торгу, есть торг на рынке или нет торга. Ребят, сейчас продавцы не торгуются, вообще не торгуются. Вы, я думаю, должны прекрасно понимать, вы видите, что происходит с курсом доллара. Вот еще один раз, 10-й год, 4WD, 1 миллион 65 тысяч. Toyota Passo 2017 год, литровый, 759 тысяч. И то автомобиль, он закрытый, он даже не на климате, 750 тысяч. Мячик стоит. Редкий автомобиль. Простая комплектация. Стоимость 17-й год, 695 тысяч. Subaru Forester 2019 год, 2,5, 3 миллиона 130 тысяч рублей. Представляете, 3 миллиона. Продолжаю, да, немножко недоумевать. 17-й год, 4WD, 1,3. Это даже не гибрид. Без комментариев, наверное. 4 балла. 1 миллион 159 тысяч. Да еще раз, полдесятого. Honda Fit, гибрид, старый кузов, 780 тысяч, 780. Subaru Forester 2015 год, штатное литье, как видите, черный цвет, рейлинги, хорошая у него комплектация, ISI у него есть, накладки стоят, 4 балла, пробег 123 тысячи и цена 1 миллион 980 тысяч. Toyota Raktis, есть Subaru Trezia, автомобили полностью одинаковые, на Trezia, на Subaru, даже на стеклах указано Toyota, 12-й год, 1,5 литра, 930 тысяч. Следующий автомобиль — это Honda Fit Shuttle. Понимаете, раньше
и 600, и 650, и 580. 14 год, 1,5 литра, 4 воды, 950 тысяч рублей. Друзья мои, что касается вообще поставок автомобиля, да, потому что, видите, очередная стоянка, автомобилей практически нет. Вот только что разговаривал с продавцами, запрета вроде как нет, да, никакого, то есть машину купить можно. Есть проблема с переводом денег в Японию, но, опять же, это вопрос, это все решаемо. Можно сейчас привезти автомобиль, но продавцы немного притормозили, потому что вы видите, что происходит с курсом. То есть все-таки есть какая-то надежда, да, то что курс доллара, он немного упадет. То есть завоз автомобиля, он ожидается. Ждем. Самая большая стоянка на авторынке «Зеленый угол», нижняя, центральная, да. То есть, ну, у нас она называется «Яма», и посмотрите, яма просто, она опустела. В общем, ждем новые завозы. Ждем, когда упадет. Наконец-таки, все-таки упадет, да, курс доллара. Друзья мои, ну, в принципе, я прошел по многим стоянкам авторынка «Зеленый угол», показал вам сегодняшние цены. Да, цена шок, цена просто, я даже не знаю, как это назвать, но не надо ругаться, не надо наговаривать, да, то, что правый руль дорожает. Вы обернитесь, вы посмотрите, что у нас происходит с ценами налево, да вообще, что у нас просто происходит в стране. У нас цена растет, ценник растет с каждым днем. Бананы стоили 80 рублей, я в магазин захожу, они стоят 180 рублей. Это просто жесть. Ладно, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Я поехал дальше на осмотр автомобилей. Я цену не поднимал. У меня как осмотр автомобиля стоил 2000 рублей, так он и стоит. Поэтому, если нужна помощь, выбираем автомобиль на сайте drom.ru, сбрасываем мне ссылочку, я еду, проверяю для вас автомобиль.